Вот когда стоит механический датчик, значит, под ним стоит биметаллическая пластина, которая запрограммирована на определенную температуру. То есть, если мы говорим про первый температурный режим, то это от 75 до 110 градусов. Соответственно, там погрешность может составлять плюс-минус 10 градусов в одну сторону. То есть, в общем, разница температуры может составлять 20 градусов. Возможно, при глажке хлопка и льна, сложно разглаживаемых тканей, это не так важно. Но когда мы с вами гладим такие легкие вещи, как шелк, синтетика, а как правило, у нас практически 80% нашего гардероба из синтетических тканей, которые нужно разглаживать на первом температурном режиме, то мы с вами можем с легкостью сжечь эту вещь. Поэтому очень важно, чтобы была электронная регулировка. Электронная регулировка необходима для того, чтобы максимально точно поддерживать ту температуру, которую мы с вами задаем. Таким образом, отклонение от температуры с электронной регулировкой в утюгах Vitex составляет 2,5 градуса в одну сторону. То есть максимальная погрешность составляет 5 градусов в общем. И вот смотрите, наглядный вам пример. Мы проводили тест у нас здесь в офисе с помощью наших инженеров. Обратите внимание, вот мы включили утюг, температура была 0. 10-39 минут мы включили утюг. Максимальный пороговый режим 220 градусов. Это вот температура на тройке, температура максимум, какая должна быть. Но посмотрите, пиковая температура в течение одной минуты, какой резкий скачок до 300 градусов. Любую просто вещь можно сжечь. Это, представляете, вы включили утюг, а он вам вместо положенных 220 на максимум выдает 300 градусов и не отключается. А затем происходит вот такой вот резкий скачок в течение 3 минут до температуры 170 градусов. То есть, опять-таки же, Тот температурный диапазон, который мы с вами выставили, 200-220 градусов, он не удерживается. Опять нагревается до 220, через 2 минуты он опускается до 150. То есть такие резкие скачки идут. Следующий конкурент, которого мы протестировали, у вас тут на экране все написано, опять-таки же посмотрите, да, он, конечно, не нагрелся до 300 градусов, но 260-270 градусов температура нагрева составляет. Опять-таки же он перегрел на максимальной температуре. Более того, во время работы в течение 4 минут, тех 4 минут, которые мы тестировали, он не выдавал ту температуру, которую мы выставляли. То есть 200-220 градусов он не выдавал, он всегда был порядка 250 градусов. Опять-таки же мы могли с легкостью сжечь эту вещь. И утюг Vitex, обратите внимание, он в течение 5 минут работы всегда держал температуру в том температурном диапазоне, который мы выставляли. И это все благодаря электронной регулировке температуры.